еще операция. Хорошо. Концерт два человека. Вот я хочу вас познакомить с нашей сестрой Сакинат. Она с рождения без обоих рук, но она является трехкратной или двухкратной чемпионкой мира. Пока что двухкратной чемпионкой мира по пара-тхэквондо. Так что про Сакинат вы можете посмотреть много видеороликов в интернете. Так что, Сакинат, вот дай такое наставление. Сейчас на сегодняшний день очень много людей духом падают. Дай наставление такое, чтобы они вот знали, понимали, что такое дух, стремление идти вперед, не сдаваться и так далее. На самом деле жизнь, она настолько прекрасна. Надо же брать от жизни все и жить полноценной жизнью. Надо только радоваться, что у нас так все в жизни. Поэтому берите радость от жизни. Берите от жизни все, что жизнь дает. Раз мы умеем жить, почему вы не можете жить так, как вы хотите? Поэтому просто вперед и добивайтесь жизни своих целей. И мечтайте, что они сбываются. Поэтому на самом деле жизнь, она прекрасна. Просто надо уметь жить. Что скажешь? Поддерживаю. Дагестанскому народу, молодежи, что пожелаешь? Алхамдулилля. Я присоединяюсь ко всем сказанным словам. Также желаю здоровья, успехов, всего-всего самого лучшего. Чтобы братство между народами